футбольном клубе «Рубин» время в межсезонье не проходит просто так. Пока основная часть футболистов набирается сил, а самые достойные готовятся защищать честь своих национальных сборных, руководство «Рубина» решило отметить тех, кто обычно всегда остается в тени. Это памятная медаль о двух чемпионствах России. И мы решили так, что вот она вручается, потому что ты непосредственно в этом участвовал. Помогал, поддерживал. С юбилеем тебя. Спасибо. Александр Медведев – ведущий спортивный журналист Республики Татарстан, который связан с казанским «Рубином» с 1974 года. Александр пишет не только о футболе, но и успевает освещать жизнь всех спортивных клубов Татарстана. Газета, она заставляет работать, независимо от того, в каком состоянии ты находишься. Нужно давать, выдавать на гора. Однако с казанским «Рубином» у Александра Медведева особые отношения, проверенные временем. Практически со всеми тренерами, без исключения, у меня нормальные были отношения, чисто такие деловые. Да, я высказывал где-то критику, где-то высказывал претензии, но так, чтобы у нас вот непонимания никогда не было. То есть со всеми тренерами, независимо от того, это был Павел Садырин, или там Виктор Антихович, или Иван Золотухин, или... Все. По итогам прошедшего сезона принято подводить итоги и отмечать лучших. В этом году «Рубин» положил начало хорошей традиции, отметив труд тех, кто обычно остается за кадром. Но не меньше отдает свои силы и время для того, чтобы болельщики всегда могли быть вместе с командой.